Национальное телевидение Чувашии продолжает расширять границы. Теперь наши программы и ежедневные выпуски новостей смотрят и жители Ядрина. Как прижился новый телеканал в этом городе, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Перед тем, как дать старт вещанию нашего канала, в городе проводили опросы. Программы национального телевидения местные жители и действительно ждали. Но только сейчас появилась возможность войти в городскую кабельную сеть. Уже знакомый многим символ красно-желтой звезды прописался в каждом доме Ядрина. Его население превышает 8 тысяч человек. И все они теперь смогут оценить интересные передачи и качественный видеоряд. У меня этот канал любит мама смотреть. Так. Вот она каждый день смотрит. Да, песни, танцы. Да, там всякие юмористические вот эти вот передачи. Но у меня мама любит эту передачу смотреть. Чувашские эти концерты, все очень красиво даже. По этому каналу мне нравится программа «Республика». Я смотрю национальное телевидение, и мне нравится канал «Аксер Буксер». В Ядрине телеканал вещает не только в аналоговом, но и в цифровом формате. Технически реализовать этот проект было сложно, на помощь пришли мобильные технологии. Сигнал передается по оптоволокну компании «Билайн». Территория республики условно поделена на два кольца в южной и северной части. Точки на карте – это специальные узлы, которые принимают и передают сигнал на кабельные сети. На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугейсе, Цивильск, Марпасад, Козловка и Тюрлюма. Очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары, в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. А можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Потребность в национальном телевидении, она достаточно высокая. И люди, которые проживают в этих городах, с которыми мы, естественно, контактируем, давно уже обращали внимание на то, что пора бы национальные телеканалы, чтобы в наших сетях появились. Ну, объясняли мы техническими невозможностями, долго действительно мы к этому пути шли. Были сначала попытки неуверенного приема. Вот, пока мы не смогли договориться с Вымпелкомом. В этом году национальное ТВ существенно расширило свой охват и приобрело новых зрителей. Сейчас сигнал подан во все города, где есть кабельные сети. В ближайшее время телеканал начнет вещать и в поселке Ебресе. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Расиль Мухаметов. Республика.